Приветствую всех, кто будет просматривать это видео. Была у меня вот такая хоечка. Тедди Бир. Там как-то пирак, какие-то цифры, Малайзия. Тедди Бир. Хоечка крупнолистная. Должны быть очень красивые крупные листы. Тоже вот с таким вот рисунком, сплэшем. Ну, никак она у меня не росла. Вот я постараюсь поближе показать пенек. То есть, когда вот такие вот окончания, да, это, ну вот, шел рост, и что-то ему не понравилось, он рост скинул, закуклился. И так дальше. И вот везде вот эти, да, вот закукленные точки роста. Ну, в общем, никак. Очень долго она сидела. Я не знаю, года два, наверное, лист выпустит, потом скинет. Но я пыталась растить ее на окне. Вот здесь на кухонном окне она у меня стояла. И, в общем-то, никак. Вот, очень маленький был прирост. Потом я все-таки рискнула отрезать у нее макушку и попытаться укоренить. Вот крошечная макушка была. Вот даже не хватало стебля, чтобы вот над землей он был. Вот прикопала вот эту макушечку в два листа. И вот и поставила в тепличку. Она укоренилась. Вот этот рост пошел. И вот этот. Это все в тепличке, поэтому не знаю, как лучше видно. Вот такие воздушные у нее корешки. Но главное, что она очень активно растет. Пошла в рост. Вот. И эту тоже я поставила в тепличку. И вот это вот, как видите, это самый новый рост. Активная точка роста и вот это вот новый листик. Так что теплички очень спасают хоечки зимой. Единственное, что вот так вот этикетка выглядит в тепличке, все нафиг заплесневело. Надо. Я попыталась сейчас оторвать, но в общем надо это отмыть, ну, доотрывать, отмыть и пластиковую бирку прикрепить, а то я потом забуду, где у меня и что, потому что хоек много, я все названия запомнить мне пока сложно. Вот, тоже очень красивый сорт, он крупнолистный, такой вот весь сплэшистый, еще больше должны быть листы. Прям крупные, такие широкие. Такая лопухастенькая должна быть. Красивая. Ну вот, два года я мучилась с ней, пока вот не догадалась этой зимой все-таки поставить ее, переукоренить в тепличке. Вот. И недавно в комментариях у меня девушка спрашивала, что хоечки зимой не укореняются. Ну вот вам, пожалуйста, пример, что укореняются, растут, даже такие капризные, как вот это вот Тедди Бир. Ну, вполне, я считаю, успешно. Пусть дальше растет. Посмотрим, как она будет.